Пошли на пляж. Решил немного поснимать дорогу к пляжу и самую дальнюю точку бикини. Красивая дорожка на пляж. Да. Каждый день здесь ходим. Это джунгли. Метров 700 идти до конца острова, там пляж. Ну, а мы где-то посередине останавливаемся обычно. Вот сюда мы еще не заходили ни разу по этой тропинке. Надя ходила. Ну, когда посмотришь, что здесь такое. Красиво. Пока красиво. Очень красиво. Дальше джунгли. Дальше не пойдем. Назад. Особенно в первые дни мы наслаждались красотой этого тропического леса, но пока не привыкли. Хотелось как можно больше сделать фотографий и видео этой красоты. Да, симпатично там. Такие пальмы высокие. Они на протяжении... Вы покажи вот эту пальму. Они на протяжении всей дороги угрожающие летят как нужно. Они периодически падают. И мы боимся, что когда-нибудь, дай Бог, что нам не попадет. Да, нет, да ничего не свалилось. А ты стань на теневую сторону, налево. Вот она красота. И красивые. Вот здесь выход. Первый выход на пляж. Мы, по-моему, здесь первый день здесь мы останавливались. Да, Наталья? В последнее время мы сейчас где-то посредине острова нашли место лучше. И здесь и ныряем, и лежим, загораем. Ящерица. Вот пришли. Ну, пришли. Тут Денис с Настей отдыхают. Поняли? Вот наше место. Куда занято сегодня? Пришли. Вот она. Пришли на пляж. Солнце спряталось. Не так жарко, не так жарко. Мы так жарко, нам хорошо. И вот наше место, где мы располагаемся в тени. Каждый день после обеда. Надя. Готовимся. Да, не дай мы только снорклинг. Последняя съемка сейчас на острове. Вон летят это. Получится приблизить. Как я могу их поймать? Они быстро летают. Вылетают. В конце острова заканчивается пляж Бикини. Дальше, если пройти влево метров 50-80, можно дойти до порта. Каждый день по несколько раз вдоль пляжа Бикини мы с масками и трубками плавали вдоль рифа. В первый день, пока плавали и наслаждались красотой подводных джунглей,
Мы прозевали момент, когда подошли волны большие, но начали искать выход на берег через риф и с трудом нашли в конце пляжа Бикини проход, что очень напрягло. Дальше уже Надя одела всякий жилет, но потом привыкла и вернули его на ресепшн. Ну и больше проблем, конечно, уже не возникало. Сегодня прекрасная погода. Решили сплавать за рифом, посмотрите его. Ну да, при такой чистой воде ветра практически нет. У нас все должно получиться классно. Походим, пароходы, акулы там не надо. Мы бы черепашку найти, да? Черепаху поймаем. За хвост. За лапу. Денис Легаев, он мог глубоко нырять и долго сидеть под водой. Иногда он ставил камеру рядом с какой-нибудь норой морского обитателя, мурены или осьминога. А потом через некоторое время он нырял за камерой и получались такие видео. We'll be right back.
Сняли. Все. Что? Ой. Вы хоть барракуду увидели первый раз в воде. А то все мелочь да мелочь. Акул сегодня красивые не было. Красивые рыбки просто как в аквариуме. Вообще, сказка необыкновенная. Удовольствие выше. Повторим через 20 минут. Ну да, сейчас немножко отдохнем и еще один заплыв. Ну так, как классно.